Я Мелания Григорьевна, киевлянка. Николай Алексеевич. Скажите, пожалуйста, что для вас означает Майдан? Майдан? Ну, это, как вам сказать, ну, независимость, как мы здесь ходили на Майдан всю дорогу, и это для сказать? Нас цель жизни. Да, чтобы перемена какая-то была. Изменить ту... то время на хорошее, на лучшее да, время. Да, да, на лучшее время. И все время вот это вот ходили сюда, как это, ноября. С 30 ноября. И старались, ну, чтобы оно что-то было хорошее, доброе. Ну, как дальше туда, Крым, и все началось слишком плохие такие события и все такое. Ну, у нас Янукович это все натворил, а сам, в общем, спрятался, вы знаете, куда. Скажите, пожалуйста, каков результат Евромайдана? Довольны ли вы им? Как? Каков результат вот протестных акций на Евромайдане? И довольны ли вы им? Вот сформулируйте. Довольны, да, да, довольны. Довольны, что это самое, что мы ждем, чтобы что-то лучшее переменилось в этой жизни. Потому что... объединился. Да, да, да. Они, как говорится, эти все Януковичи, все олигархи, все позабирали и все отправили. А у нас пустая казна. У нас сейчас очень трудновато людям. Но люди все у нас добрые, хорошие. И стараемся, мы все-таки добьемся. Все хорошо, я считаю. Чего вы ожидаете от выборов? От выборов? Я вообще-то ожидаю, что должно быть к лучшему, потому что когда уже выберут правительство, уже будет как-то легче, ну, регулировать этой страной. Его направление. Вот. На Европу. Скажите, пожалуйста, многие говорят о так называемых провокациях со стороны России. Что это за провокации? Их очень много вот этих, как они называются, тетушки там еще, сепаратисты и все такое. Вот они как раз... Диверсанты. Они очень-очень много зла делают. И воруют наших, и что хочешь, казнят, и гадости всякие делают. А Россия считает, что это вот эти вот... Мне уже больше 60 лет, меня уже не берут это самое в Национальную гвардию и так дальше. Но я в партизаны пойду. Этот артист. Я себе автомат добуду там. Скажи, пожалуйста, а кто такие тетушки? Я слова не знаю. Тетушка? Это бандитов повыпускали из тюрьмы их, и вооружил этот Янукович, финансирует, забрал отсюда деньги. И они, вот это, сепаратисты, это делает гадости нам. Внешности, молодые люди, которые... Ну, из тюрьмы тоже. Да, и спортивные, да. Из тюрьмы вот эти все, это считается бандиты, они делают вот эти гадости. Им платят, хорошо платят, и они это делают. Я последний вопрос касательно правого сектора. Вы можете рассказать, что это за группа? Да, уже у меня не такое впечатление. Не то, что они раньше, думаю, хорошие люди. Все это. Да, сейчас а уже... Сейчас... 50 на 50. Сейчас немножко непонятно, что там, кто чем занимается. Немножко сомневаемся так это. И так, и так. Это неофашисты или нет? Нет, нет. Они нет. Нормальные но... люди. Нормальные, только что... Просто более радикальные меры принимают. Самое. Бить так бить.